Ребят, пока только что закончился первый тайм, все это время в дороге, все это время в магазине смотрела, в Lidl забегали, так я там с телефоном, хоть чтобы увидеть результаты. Ребят, всем привет! С самого утра мы уже бегаем, как я вам и говорила. Видите, заехала к себе на работу, забрала лампу, забрала все свои причиндалы из кабинета, который арендовала в Риге, да. Сейчас вот это временно побудет дома, наверное, потом опять в другой кабинет повезу. Вот, так что сегодня в попыхах, бегом-бегом, везде надо успеть. Видели, по дороге мы встретили этот круизный лайнер. Просто огромная махина, там просто как город, город на воде. Очень интересно, хотелось бы когда-нибудь побывать на таком. Вот. На нем написано Панама, хотя я думаю, что это... Ну, я не знаю, напишите в комментариях, если вы знаете, откуда он и куда. Я еще посмотрю, конечно, в интернете. Но пока ехали, пыталась глянуть, что-то не поняла, откуда и куда. Очень много автобусов подъезжает, забирает людей, с экскурсиями возит по городу. Видела возле дома Черноголовых тоже стояло много автобусов, потом по самой Риге тоже, возле замка президента, возле дворца президента. В общем, люди с экскурсиями сейчас разделились на группы и ездят кто куда. И я думаю, что там немало людей приехали сейчас посмотреть Ригу. В общем, очень интересно. Не ожидала я увидеть такую огромную махину. Ребят, едем с вами посмотреть на корабль огромный. Посмотрите. Видите, впереди такая глыба стоит.
500 meters, make a U-turn. Надеюсь, найдем место, где припарковаться. Make a U-turn. You have reached your destination. Огромный, ты даже смотри, в кадр мне не вмещается. Офигеть просто. In 200 meters, make a U-turn. Смотрите, какая огромная махина. На нем написано Панама. Да, это, наверное, такой, который круизный. Там, смотрите, наверху и бассейн, и телек огромный, просто классно. Давай. Подъезжает туристический автобус, и видите, и возят по городу с экскурсиями. Автобуса.
вот. Сейчас мы с вами едем бегом. Вообще через полчаса хоккей начинается, поэтому я уже нервничаю, я уже спешу. И, как я уже говорила, Латвия будет играть с Латвия с Канадой. Поэтому сейчас бегу быстрее. Жалко, что это не вечером все будет, как обычно, а в 2 часа дня. Вот, поэтому, скорее всего, придется смотреть из машины. Сейчас быстренько залетаем в Мэре, берем все, что нам надо, и вылетаем оттуда пулей, чтобы успеть. Потом еще я хотела на Йомас заехать, так как сегодня день открытия сезона. Но посмотрим, что из этого получится. Получится ли с детьми, точнее, с сыном. И получится ли все успеть. Потому что планировала я и по городу погулять, и к кораблику подойти. Ну, к этому лайнеру, да. Но, к сожалению, там с парковкой вообще беда. Но никак не нашли парковочное место, а сильно далеко времени нет гулять. Да и плюс еще ветерочек такой холодненький. Вот. Поэтому сейчас поедем в Мэры на Йомас. Не знаю, вмещу это все в один ролик. Говорит мне, давай поехали, хватит сидеть. Right. В Мэры меня везет. Вот, поэтому сейчас мы быстренько с вами съедем в Мэры, а потом на Йомас, скорее всего. И что-то из этого... Постараюсь делать ролики короче, а то мне уже написали, если видео будет меньше 10 минут, тогда посмотрю. Вот, ну, меня это, в принципе, никогда не останавливало. Если я сняла на полчаса, я не хочу делить как один свой день на несколько дней, да? Поэтому как получится, ребят. Всем еще раз хочу сказать большое спасибо за просмотр и продолжаем сегодняшний день. Максим, поздоровайся. Всем привет. Привет, скажи. Вот мы с этими сумочками. Все, поехали дальше. Когда проезжали по центру, уже видели, как болельщики. Кто-то на автобус стоит, кто-то еще куда-то. У кого-то в машине что-то, да, вот связано с хоккеем. У кого-то шарфик Латвия, у кого-то просто с собой как флаг. В общем, сегодня, вот видите, люди все болеют. Вся Латвия, все переживает, болеет. И надеется, что мы выиграем этот матч. Это будет тогда, ребят, просто сенсация. Это будет что-то невероятное, чтобы Канаду сделать. Но мы будем верить до последнего. Я думаю, матч будет очень интересный. Вот, поэтому смотрим хоккей. Мы с Максом идем в магазин Мэре. Бумажных полотенец нет, да, сынок? €48 берем пластырь, смотри, 100 штук. Короче, тут всего чего. Возьмем. Когда-нибудь, но не сейчас. Сейчас мы спешим, нам надо смотреть хоккей. Что-то сегодня тут так много народа, ничего не получается посмотреть. Поэтому быстрее пойдем. Слишком много людей и нету времени, надо бежать. Это обязательно было, да? А мама сказала, что здесь места нет, и надо бежать. Пошли дальше. Смотри, детские горшочки, игрушки, штучки какие-то. А, кстати, это хорошие штучки. Я думала, это из истории Крусик 4 этот, угу. А не из... Опять отдел всяких вкусняшек, всяких сладостей. Можно? А что это? И сколько стоит? Это... Давай посмотрим, вот цена. Это что-то. €26. Бисквитный рулет. 2,77 вафельки. 2,62 вот эти вкусные штучки. 6 евро 30 центов, смотри, как коробочка.
Вот, евро 43, вкусные штучки. Короче, ребят, не получается больше ничего такого поснимать, потому что хоккей уже начался, и праздник тоже отменяется. На Йомус не поедем, потому что бегом-бегом, непредвиденные дела. Ребят, пока только что закончился первый тайм, все это время в дороге, все это время в магазине смотрела, в Лидл забегали, так я там с телефоном, хоть чтобы увидеть результаты. В общем, первый тайм закончился с одной шайбой. Мы забили. Вот, смотрим дальше. К сожалению, наверное, не получится сегодня никуда поехать больше, потому что неожиданно мужа вызвали на работу раньше времени. И поэтому все наши планы отменяются. Вот так вот. Неприятно, конечно, но что делать? Работа есть работа. Поехали дальше. Ребят, только что досмотрела игру Канада-Латвия. И, к сожалению, мы не прошли дальше. Но у нас есть завтра шанс побороться за третье место. Завтра будем смотреть, будем болеть. Вот. Все ребята молодцы, играли хорошо. Что та команда очень сильная. И, ну, к сожалению, так все хорошо начиналось. В первые десятки минут, не помню точно, первая шайба, и так хорошо держались. Но канадцы, видите, в конце дали жару. Вот. Поэтому, ну, ничего страшного. Это всего лишь игра. Видите, я на эмоциях даже немножко сплакнула. Сегодня сейчас в 6 часов буду смотреть США-Германию, посмотрю. Посмотрю, интересно, кто выйдет все-таки в финал. Канада, с кем будет играть, интересно. И обязательно буду смотреть завтра. Будем бороться за третье место. И пока я еще не поняла, с кем. То есть узнаем сегодня вечером. А я целый день только и думала про это. Я думала, блин, ну точно выиграем, точно выиграем. Хотя многие вокруг окружения говорили, что канадцы так всегда играют. Я не смотрела, ну давно не смотрела, не помню, что канадцы всегда первый тайм, ну, дают возможность там, не знаю, не тратить свои силы, дают возможность забить даже иногда. Стараются этого не делать, но иногда бывает, что заходят. Но в конце там могут быть такие результаты, что Канада может вести и 6, и 7, и 4, что и в нашем случае, видите, тоже. Одна небольшая ошибочка, и на тебе. Вот, ну ладно, ничего страшного, играем дальше. Всем большое спасибо за просмотр, и всем пока!